Интенсивные тренировочные курсы инструкторов и представителей Filipino Combat Systems Россия в Екатеринбурге. Александр Писаркин, руководитель и главный инструктор Федерации Filipino Combat Systems Россия. Организация успешно развивает филиппинские боевые искусства в России и за рубежом. Шеф-инструктор Балинтовак Арнис Куинтада Россия и прямой ученик грандмастера Бобби Табуада. Обладатель пятого дана по классическому Арнис, стиля Абаника Трес Пунтас и официальный представитель этого стиля в России. Обладатель третьего дана по Модерн Арнис, тренерской лицензии и степени сертифицированного инструктора немецкой ассоциации Арнис. Инструктор по Filipino Combatives, стиля Феликса Кортеса. Сертифицированный тренер стиля эскрима Эстакада де Кампа. Член Федерации эскрима Кали Арнис Филиппин. С 2009 года проводил семинары в России и за рубежом. В Германии, Словакии, Бельгии, Франции, Чехии, Мексике, Колумбии, США и Гонконге. В настоящее время, благодаря Федерации Filipino Combat Systems Россия, во многих городах нашей страны регулярно проходят семинары и аттестации по филиппинским боевым искусствам, а также тренировочные лагеря. Главной задачей является поэтапная подготовка и развитие потенциала инструкторов и представителей федерации в регионах, для чего организуются и проводятся инструкторские курсы и тренировочные сборы в России и на Филиппинах.